компании уже, как не в компании работаю, естественно, а сотрудничаю с компанией, являюсь независимым партнером на протяжении 4 лет. И у меня есть своя команда, которая также работает, уже многие партнеры работают так же, как и я, более 4 лет. И сегодня я вас познакомлю с этой замечательной компанией. Компания Access Marketing – это рекламная компания, технологическая компания, которая позволяет строить команду и зарабатывать деньги. При этом вы можете не только пользоваться бесплатно рекламой и технологиями, которые имеет компания Access Marketing, не только создавать рекламу и привлекать трафик на свой бизнес, вы также сможете построить свой собственный бизнес, не выходя из своей квартиры, и вы сможете создать остаточный пассивный доход. Кроме того, вы сможете с самого первого дня участвовать в распределении мирового оборота компании. И по итогам года, если вы войдете в клуб учредителей, вы также можете принять распределение в годовой прибыли компании. Вот коротко, за одну минуту, самое важное о нашей компании. Ну а если подвести итог, то можно сказать, что компания Access Marketing или Access Corporation предлагает любому пользователю активные деньги сегодня, остаточный доход завтра и всегда и наследство вашим детям. Как же это возможно, спросите вы? Это возможно при помощи собственной поисковой машины. Эта система называется Access. И поисковая система была введена в работу в 2011 году. Уже в 2012 году поисковая система принесла свою прибыль нашей компании, и компания решила, что нужно поделиться этой прибылью со своими партнерами. Поэтому, начиная с сентября 2011 года, наши партнеры, такие как я и многие другие, которые находятся в этом зале конференции, начали получать ежедневно дополнительную еще прибыль от поисковой системы Access. То есть наши партнеры могут получать прибыль ежедневно от общей прибыли компании и от той прибыли, что выполняют сами партнеры, и от прибыли поисковой системы Access. Давайте посмотрим, какую же цель ставит наша компания перед собой. Наша компания решила стать провайдером номер один для малого и среднего бизнеса по всему миру. Это как раз та прослойка предпринимателей, которые очень нуждаются в рекламе, но не всегда могут позволить себе эту рекламу. Так как рекламы нужно много, реклама должна быть качественной, их бизнес должен быть в первых рядах в поисковых системах, но это стоит больших денег. Поэтому все предприниматели среднего и малого бизнеса, которые нуждаются в интернет-рекламе, в интернет-услугах или мобильных услугах, могут стать партнерами компании Access Marketing. И они будут иметь достаточное количество рекламы и очень качественной рекламы. И их бизнес будет процветать. Дополнительно они будут еще зарабатывать деньги в самой компании Access Marketing, так как они будут иметь свою долю прибыли. Ну а маленькие цели нашей компании – это войти в 10 топ интернет-компаний, то есть встать на первые 10 мест наряду с Google, Yahoo, Яндекс и другими компаниями, и достичь 1 миллиарда ежегодного дохода от рекламы. И 1 миллиард ежегодного дохода от рекламы наша компания собирается достигнуть еще в 2014 году. Это будет возможно. И цель номер 3 – это достичь 1 миллиона активных участников. И эта цель, я думаю, тоже будет выполнима. Давайте мы обратимся вообще к тому, где работает компания Access Marketing. Компания Access Marketing работает на интернет-рынке. Это та индустрия, которая развивается сегодня очень быстро и намного быстрее, чем все ведущие индустрии по другим отраслям. И интернет-индустрия приносит 1,5 триллиона долларов ежегодно чистой прибыли. Ну а наша компания еще как бы по сравнению с огромным рынком индустрии маленькая, но все равно приносит уже ощутимые результаты. И мы можем эти результаты сравнить. Если в 2012 году оборот нашей компании составил 98 миллионов, то в 2013 году он увеличился до 350 миллионов. Но если в 2013 году этот оборот составил 315 миллионов долларов,
то в 2014 году цель компании 1 миллиард долларов, естественно, выполним. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Дополнительно я хочу вам также сказать, что наша компания предоставляет очень возможные огромности для бизнеса любому пользователю интернета. И все пользователи, которые становятся партнерами компании Access Corporation, они находятся в равных условиях, независимо, вошли они раньше или позже. То есть, если вы сегодня первый раз на моей презентации и решаете стать партнером компании Access Marketing, построить свой собственный бизнес, то я хочу вас обрадовать. Вы имеете такие же возможности, какие и я. То есть вы можете быть более успешным, чем я. Вы можете быть более успешным, чем тот, кто вошел в эту компанию вперед меня. Потому что это позволяет маркетинг-план. И я сегодня вам покажу все возможности заработков в нашей компании. Дополнительно также скажу, что наша компания не имеет долгов и всегда была прибыльной. Итак, я вам говорила, что у компании есть собственная поисковая машина Access. И эта поисковая система работает точно так же, как и все другие поисковые системы в интернете. И вы знаете, такие ведущие поисковые системы, как Google, Yahoo, Яндекс и другие. Вот наша поисковая система Access работает точно так же, но имеет ряд преимуществ. Каких преимуществ? То есть у нее есть своя рекламная платформа Access Ads. Именно на этой платформе размещается вся реклама, то есть все рекламные ресурсы, которые уже есть и которые будут поступать как новые продукты или новые услуги, они также будут размещаться на этой платформе. То есть вся реклама будет находиться в одном месте. Это очень удобно для пользования и самих партнеров, а также других пользователей интернета. И компания об этом подумала. То есть продвижение рекламных ресурсов будет идти на одном портале. Но при помощи поисковой системы, как я уже вам говорила, наши партнеры зарабатывают деньги. И эти деньги они получают ежедневно от общего мирового оборота компании. Дополнительно при помощи поисковой системы можно зарабатывать также поощрительные пункты, которые называются iRewards. И эти пункты затем можно обменять на деньги или же заказать сертификат и по сертификату заказать товар на amazon.com. Товар приходит в любую страну мира. И как вы сейчас уже видите на этом слайде, что на сегодняшний день на этой платформе можно разместить веб-сайты, контекстную и баннерную рекламу. Дополнительно здесь же можно разместить мобильный маркетинг. Что значит мобильный маркетинг? Вы знаете, что сегодня уже все больше и больше пользователей интернета переходит на мобильные устройства. И таких пользователей сегодня, которые пользуются мобильными устройствами, уже более 6 миллиардов человек. Поэтому компания также учла эти потребности и стремительное развитие интернет-рынка и предоставила также мобильный поиск, мобильную рекламу и мобильный бизнес-каталог. Дополнительно наши партнеры имеют свой собственный бесплатный хостинг неограниченного размера на мобильную рекламу, а также конструктор для построения сайтов. И все это они могут использовать как для себя, так и для продажи другим пользователям интернета. Дополнительно наши партнеры получают специальную платформу VWebs, при помощи которой они также могут строить себе сайты или сайты на продажу, продвигать рекламу в интернете. И, естественно, есть также неограниченный хостинг бесплатный, на котором наши партнеры могут зарегистрировать себе бесплатное доменное имя, множество субдоменов, а также продавать хостинги или доменные имена. Наша компания в этом году, начиная с этого месяца, уже в этом месяце начнут поступать новые продукты, и наша компания ведет ряд новых услуг и продуктов еще до конца 2014 года. Все эти продукты будут 100% дигитальными, цифровыми. Что это означает? Это означает как для самой компании, так и для каждого из партнеров, что у них есть отличный способ для привлечения трафика в свой бизнес, для привлечения целевых клиентов, покупателей и для увеличения продаж. Все это возможно, потому что именно дигитальные продукты предоставляют эту возможность. Одним из таких продуктов еще в апреле месяце запустится видеопортал YouChat.
И сейчас мы, лидеры, должны уже получить с день на день эту версию на тестирование. И после тестирования эта версия ЮЧАТа будет запущена уже в продажу и для пользования нашими партнерами. Это видеопортал наподобие портала YouTube, но с большими возможностями. И этот портал можно будет использовать как бесплатно, так и платно. Если, например, люди хотят использовать бесплатно, то, естественно, они будут видеть на этом портале дополнительную рекламу и возможности использовать те возможности, которые предоставляет этот портал, будут ограничены в каком-то небольшом размере. Если же кто-то хочет больше получить возможности использовать этот видеопортал, то он должен перейти на премиум-услуги. Они имеются несколько видов пакетов, платить определенную сумму взноса абонементской платы каждый месяц и использовать этот YouChat для развития своего бизнеса. Здесь вы сможете не только размещать видеоролики, вы сможете использовать это как видеочат и для размещения своих фотогалерей, фотографий и многие другие еще возможности будут. Новыми возможностями, услугами будет являться также сервис услуг для локальной рекламы. То есть локальная реклама на сегодняшний день еще недостаточно развита в интернете. Наша компания также учитывает это и предоставит такую услугу. Эта услуга также может быть бесплатной, платной, и абонемент ежемесячный тоже будет стоить различную сумму денег, в зависимости, какие виды услуг вы действительно хотите использовать для своей локальной рекламы. Это может быть одностраничный сайт, это может быть многостраничный сайт с возможными загрузками видео, фотогалереи и так далее. Дополнительно наша компания ведет бизнес-объявления, это типа газетных объявлений в интернете, а также купонную систему распродаж товаров. И вы сможете предлагать купонную систему распродаж как партнер компании Access Marketing любому пользователю интернета, который имеет какой-то бизнес и хочет продать свои товары. Или же вы можете выставлять здесь собственные товары на продажу, если вы занимаетесь каким-то другим бизнесом. Сейчас мы с вами находимся в новой комнате, которая тоже находится еще в фазе тестирования. И эти новые конференц-комнаты имеют также большие возможности от размещения здесь от 200 человек до несколько тысяч человек. Дополнительно здесь есть возможности записи, работы сразу 4 модераторов и создания веб-грам. Веб-грам – это такая видеотелеграмма, которую вы можете быстренько записать и тут же разослать на электронную почту всем вашим партнерам, если вы ввели эту электронную почту сюда в email-список. Наша компания также работает над созданием своего развлекательно-игрового портала. На сегодняшний день там размещена пока что одна игра, и все, что будет размещено на этом игровом портале, будет не просто вам доставлять удовольствие или вашим детям, вы сможете также на этом игровом портале зарабатывать. Каким образом? При просмотре какого-то материала, при закачивании видео на этот развлекательный портал или же при проведении каких-то игр, то есть вы играете в игры или ваши дети, и в то же самое время вы будете зарабатывать поощрительные пункты, айревос, о которых я говорила, что их можно зарабатывать на поисковой системе, когда вы делаете поиск каких-то слов. Одновременно вы ищете, одновременно вы зарабатываете. Точно так же здесь. Вы используете для своего развлечения игровой портал и зарабатываете iRewards, которые можете обменять на деньги или же поменять на товары Amazon.com. Это немного о продукции нашей компании, об услугах, о том, что она имеет на сегодняшний день и какие у нее планы. Давайте немножко поговорим о истории создания нашей компании. Когда вы выбираете компанию, в которой вы хотите работать, вы, естественно, хотите иметь надежную компанию, вы хотите иметь прибыльную компанию, легальную компанию. Так вот, наша компания была зарегистрирована еще в 2006 году в Америке, в штате Миннеаполис. И она была зарегистрирована как маленькое локальное предприятие, интернет-провайдер. Затем она стала развиваться. И в 2008 году она уже открыла отдел прямых продаж и услуги VWebs, а также системы AdView. Что это значит?
Это значит, что именно наша компания впервые предложила пользователям интернета зарабатывать деньги на просмотре рекламы. И сейчас многие компании предлагают это. Но 99% из тех компаний, которые предлагают просмотр рекламы, это фиктивные компании. Это финансовые пирамиды, которые платят вам за ваши из денег собственных входа вас и ваших партнеров, которых вы привлекли. На самом деле там нет никаких рекламных услуг, и эти компании не являются рекламными компаниями, они просто используют метод, который впервые в интернете представила именно наша компания, и в то время она называлась Anet Global, Anet Intermark Corporation и компания Anet Global. Сегодня это Access Corporation и Access Marketing. В 2011 году наша компания запустила собственную поисковую систему. И в 2012 году, когда поисковая система принесла первую прибыль, и компания стала разделять эту прибыль со своими партнерами, то компания решила себя переименовать, чтобы было одно название. И с тех пор компания именуется Access Marketing. В 2013 году компания запустила мобильные услуги, и в этом году будет запущен ряд других продуктов и услуг. Я вам уже о них рассказала. Но самое важное, наша компания в 2010 году на пике своего развития, когда она ежедневно делала миллионные обороты, была закрыта на проверку федеральными службами Америки. И вы знаете, что те компании, которые зарегистрированы официально в Америке, являются законодательными, законопослушными, то они могут попасть под такую проверку. Тем более, если эта компания сама имеет большую прибыль и позволяет зарабатывать многим людям. В то время у компании Access Marketing уже было очень большое количество миллионеров среди таких партнеров, как мы с вами. Именно этот факт, что сама компания и ее партнеры имели большие заработки, позволило федеральным службам привлечь компанию к такой проверке. И на протяжении 5 месяцев наша компания проверялась. И вот через 5 месяцев нашу компанию признали законодательной, не имеющей никаких нарушений по всем параграфам закона о ведении компании сетевого маркетинга и рекламной кампании, и она снова вышла на рынок. Но получилось так, что деньги, которые были заморожены в день закрытие компании на проверку, согласно решению суда, должны были вернуться через 6 месяцев. Но деньги вернулись только через 1,5 года. Это, естественно, затормозило развитие нашей компании. И в 2012 году компания снова приступила к работе. Но в это время часть партнеров уже немножечко у нас рассеялась и разошлись в другие компании. Но в 2013 году, в начале 2013 года, когда партнеры стали видеть, что наша компания начала снова набирать свои обороты, увеличилась прибыль, появились новые возможности, партнеры стали возвращаться назад. И сейчас снова идет очень быстрое развитие нашей компании. И если вы являлись когда-то партнером компании, то я вам советую возобновить вашу деятельность. Если вы еще не являетесь таким партнером, я рекомендую вам стать как можно быстрее. Руководить нашей компанией Стив Реннер. Он являлся владельцем и президентом до 2010 года, а с 2010 года является только основателем, владельцем и маркетинговым директором Access. Этот человек очень известен в Америке. Этот человек создал плеяду миллионеров, и до сих пор он проводит офлайн, то есть вживую, лайв, различные семинары и курсы, и показывает, обучает, как нужно зарабатывать деньги, как прийти к своему первому миллиону и стать миллионером. Сам он является мультимиллионером. В 2010 году Стив Реннер приглашает нашу компанию Боб Кинселла и передает ему пост президента. И Боб Кинселла является также председателем совета директоров. И он, естественно, выполняет все то, что привлекает в нашу компанию сам Стив Реннер. В 2009 году Стив Реннер также приглашает в нашу компанию Эми Эйд, которая является финансовым директором. Эми Эйд работает сейчас не только как финансовый директор, она работает над
подготовкой нашей компании к акционированию, так как она имеет очень большой опыт в этой области. В 2013 году в нашу компанию был приглашен профессиональный программист, менеджмент, это Джеймс Вонг, и он был назначен техническим директором группы программистов. В нашей компании также нужно сказать о Питере Волде, это корпоративный консул, который возглавляет целый юридический отдел, который законодательно соблюдает все, что выполняет компания, а также всегда регулирует законодательство, правила, условия нашей компании, чтобы они соответствовали тем законам, которые регулируют работу в интернете, на рынке, с рекламой, с сетевой компанией, так как мы знаем, что в Америке законы быстро меняются. Всегда нужно, чтобы эти законы были отражены в самой компании, соответствовали, чтобы не было расхождения. За этим следит Питер Волт. Именно он в 2010 году защищал нашу компанию и выиграл этот процесс. В нашей компании существует два офиса. Недавно наша компания в январе месяце открыла новый офис в Миннеаполисе, и это очень большой офис. Здесь его нету. На следующий раз я постараюсь показать эту картинку этого офиса. Здесь сейчас вы видите второй офис. Это программно-технологический офис, который находится в Силиконовой долине. И он находится среди самых известных компаний, которые занимаются программными разработками. И вы видите сейчас на этой карте, что, наверное, не просто находиться в сердце среди таких компаний, как компании, извините. Итак, такие компании, которые Yahoo, Facebook, Apple, Microsoft, Google, то есть это самый цвет и самый прогресс интернета. И вы понимаете, что не просто не каждая компания может занять среди них место, да еще в центре Силиконовой долины. Итак, мы в основном все, что нужно о компании, рассмотрели. Что же вы можете зарабатывать как партнеры компании Access Marketing? Вы знаете, это зависит от того, как вы будете работать. Это зависит от того, как вы вошли в компанию. Ну а сами партнеры у нас зарабатывают кто-то и $20 в день, кто-то $50 в день, $100 в день, $1000 в день. У нас есть партнеры, которые зарабатывают $10 000 в день, $20 000 в день, $30 000 в день и более. Это зависит, еще раз повторяю, от ваших собственных усилий и от времени пребывания в этой компании. Что же нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать? Вы знаете, ко мне часто звонят партнеры новенькие, которым давали информацию в других структурах, в других командах. Я вам хочу сказать, что если вы первый раз на этой презентации, то знаете, вы находитесь в правильной команде. Вы находитесь, сейчас дайте я вспомню, как мы всегда говорили, здесь работают правильные пчелы. Помните, да? Почему? Потому что здесь собрались те люди, которые, если они действительно работают, то они работают. Они владеют информацией и дают правильную информацию. Ко мне каждый день приходят новички с других команд, которые не имеют правильную информацию. Я не знаю, почему им дают такую искаженную информацию. Вот сейчас внимательно слушайте. Для того, чтобы начать получать, зарабатывать деньги в нашей компании, первое, что нужно сделать, нужно зарегистрироваться. Регистрация бесплатная. Второе, что нужно сделать, приобрести набор для продаж. Консультантский кит, он стоит $59.95. В него входит персонализированный веб-сайт, на котором есть весь материал, который вы можете дать новичкам, и скоро там появится отдел для продаж, для прямых продаж. Вы получите бэк-офис с центром управления, в котором будет банковская система, платежная система. Вы сможете заказать бесплатно кредитную карточку, потому что стоимость входит в этот пакет, и вы получите бесплатно 250 рекламных кредитов для того, чтобы вы начали делать рекламу. Больше ничего вы делать не можете. Вы еще не являетесь активным партнером. Вы получили право на ведение продаж. Но это право вступит в силу только после того, как вы приобретете один из бизнес-пакетов, стартовых бизнес-пакетов.
Многие говорят, я хочу войти на 60 долларов. У нас нет входа на 60 долларов. 60 долларов или 59 долларов 95 центов – это набор для продаж. И его покупают партнеры каждый год, ровно через 365 дней. Это лицензия на право работы. Какие же у нас есть пакеты? У нас есть 5 видов различных пакетов. 500 долларов, 1000 долларов, 2000, 5000 и 10 тысяч долларов. Чем отличаются эти пакеты? Естественно, емкостью. Емкостью чего? Емкостью двух единиц. Первая единица – это рекламные кредиты, или мы их называем iCredits. Что такое рекламные кредиты? Рекламные кредиты – это внутренняя валюта. Почему это внутренняя валюта? Потому что этими кредитами мы рассчитываемся за продвижение рекламы на поисковой системе Access, на платформе Access Ads. И если мы продвигаем там свои рекламные ресурсы, или мы продвигаем сторонние рекламные ресурсы, берем деньги с пользователей интернета и кладем в свой карман, то с компанией мы все равно рассчитываемся рекламными кредитами. Поэтому рекламные кредиты – ваша внутренняя валюта. Естественно, в пакете за 500 долларов у вас 2000 рекламных кредитов, а в пакете за 1000 у вас уже 5000 рекламных кредитов, в пакете за 2000 – 10 тысяч рекламных кредитов. Пакет 5000 вам дает 32,5 рекламных кредитов, и пакет 10 тысяч дает вам 100 тысяч рекламных кредитов. Это очень большое количество. Какой пакет вы будете приобретать? Это зависит от того, во-первых, сколько вам нужно рекламных кредитов на начальном этапе. И как вы хотите работать? Вы хотите делать только свою рекламу или вы хотите еще продвигать рекламу на продажу, чтобы иметь дополнительно к тем деньгам, которые вы будете зарабатывать по маркетинг-плану, еще дополнительные заработки. Потому что здесь в нашей компании есть много возможностей дополнительных заработков к тому, что платит сама компания. Итак, вторая единица, которая находится в этих пакетах, это единица, которая называется iPoints. iPoints, мы говорим по-русски. Что обозначают эти единицы? Эти единицы обозначают, что вы можете с первого дня на количество этих единиц начать участвовать в распределении мирового оборота компании. То есть у вас будет своя доля определенная этих iPoint или ваша рекламная площадь. И вы на это количество iPoint каждый день будете получать свою долю от мирового оборота компании. Извиняюсь, я не туда кликнула. Наша компания ежедневно выплачивает в сеть до 70% от своей прибыли. Эти 70% делятся напополам. 35% вы будете получать как распределение комиссии от вашей команды, от каждого партнера каждый день. И вторые 35% вы будете получать именно по долевому участию от мирового оборота компании. И первый вид распределения долевого участия мы сейчас будем разбирать. Но я хочу сказать, что у нас в нашей компании 4 вида маркетинг-плана. Первый вид – это долевое участие в мировом обороте компании. Второй – это план вознаграждения от команды. Третье – план розничных продаж. И четвертое – план разделения годовой прибыли. Если, например, мы будем рассматривать первый вид маркетинг-плана – долевое участие, то здесь играет роль, какой пакет вы купили на старте. И согласно вашего количества iPoints баланса, количества iPoint'ов, если вы выполняете условия компании, оно гласит следующим образом, просмотреть минимум 24 рекламных сайта на ротаторе компании, то вы уже получите свое долевое участие в этот день от мирового оборота компании. Если вы не выполняете условия, не просматриваете в какой-то день 24 рекламных сайта, то в этот день выпадает этот вид вознаграждения. Сайты просматриваются по 30 секунд, все это происходит на автоматике. И дополнительно к тому, что вы участвуете в распределении мирового оборота компании, согласно вашего iPoints баланса, вы еще здесь при просмотре рекламы зарабатываете уже бесплатно, получаете рекламные кредиты. И вы можете их заработать 200 рекламных кредитов каждый день, если просмотрите 100 рекламных сайтов. И вы сможете заработать поощрительные пункты Rewards, о которых мы уже говорили,
Вы, если просмотрите 100 сайтов, заработаете 100 iRewards. Дополнительно iRewards вы сможете заработать с 3 уровней вашей команды. Как же вы все-таки получаете? Я вам говорила, что компания 35% выплачивает на долевое участие. Так вот, 35% от всего оборота компании разделяется на каждого партнера согласно того участка и той ли рекламной площади, которую он имеет. А рекламная площадь измеряется айпоинтами. Понятно, да? Давайте посмотрим, где же и как вы видите это в вашем аккаунте. В вашем аккаунте есть раздел ежедневной статистики. И вы на 5-й строчке видите начисление по долевому участию. Это долевое участие, как вы видите, ежедневно будет увеличиваться на небольшое количество денег. Почему это долевое участие каждый день увеличивается? Это происходит... Минуточку, я потеряла сейчас слайды. Это происходит по следующей причине, что в нашей системе заложена система ежедневной репокупки. И это, эту репокупку система выполняет на автоматике. Что значит репокупка? Репокупка – это повторная покупка новой партии товара. Товаром являются рекламные кредиты, которые мы купили на старте в рекламном пакете. Поэтому из той суммы денег, которую вы ежедневно зарабатываете, система делит их пополам, потому что на автоматике стоит 50%. И 50% пойдет на вывод вам, а вторые 50% пойдут на покупку рекламных кредитов. И рекламные кредиты увеличат ваш рекламный баланс, но если вы купили рекламные кредиты, вам компания начислит айпоинты, точно так же, как вы получили айпоинты, когда покупали стартовый пакет. Это те же самые пакетики, только не стартовые, а ежедневные. Они могут быть различными, зависит, сколько вы заработали в этот день. На эту же сумму вам начисляются айпоинты. Значит, увеличивается не только рекламный баланс, увеличивается и баланс айпоинта. Значит, на следующий день вы от оборота компании хотя бы на дольку какую-то, но получите больше. Кто-то на центы, кто-то на доллары, кто-то на десятки долларов, кто-то на сотни долларов, в зависимости, кто уже на какой заработок вышел. Если вы зарабатываете в день 100 долларов, то значит 50 долларов пойдет на вывод, 50 долларов на покупку рекламных кредитов, вам добавится 50 рекламных кредитов и вам добавится 50 айпоинтов. И если у вас было... Например, 4400 айпоинтов, но на следующий день станет 4450 айпоинтов. И именно на это количество распределится ваша доля от мирового оборота компании. Вы можете по желанию выставлять процент репокупки на 60, 70, 80, 90 или 100%. И процент репокупки вы можете менять ежедневно. Это первый способ увеличить айпоинт баланс. Второй способ увеличить iPoints баланс – это то, что независимо на какой пакет мы вошли на старте, у нас есть возможность в процессе работы всегда купить любой обновленный пакет. И обновленные пакеты есть от суммы 250 долларов до суммы 5000 долларов. Когда вы покупаете обновленные пакеты, то вы увеличиваете баланс и кредитов, и баланс iPoints на ту сумму, которую дает этот пакет. А пакет дает столько вам айпоинтов, сколько вы заплатили. Если пакет стоит 5000, то вы получаете 5000 айпоинтов. И плюс вы получаете каждый раз сверху, когда вы покупаете пакеты, точно так же, как вы покупали в первый раз, дополнительно 120% от компании. Поэтому там уже будет 11 тысяч айпоинтов в 5000 пакете. Да? И третий путь для того, чтобы увеличить iPoints баланс, это строить команду. Потому что, когда у вас есть команда, вы каждый день от вашей команды будете получать свои проценты, которые мы сейчас будем рассматривать по второму маркетинг-плану от команды, командного маркетинг-плана. И эти проценты будут вливаться в ваш общий доход. Значит, ваш общий доход будет выше. И он будет разделяться таким образом, какой процент репокупки вы укажете. И настолько он будет увеличить ваш iPoints баланс. Я сразу хочу вам сказать, что вот этот вид дохода, который является
вашим доходом от наличия iPoint баланса, ваше долевое участие от оборота компании ежедневно, оно становится источником пассивного дохода. Если у вас есть команда, даже небольшая, потому что ваша команда каждый день все равно будет делать просмотр рекламы, зарабатывать деньги, им будет делать репокупка, вы будете получать проценты, эти проценты будут повышать ваш заработок будет разделяться и увеличивать iPoint баланс. Когда вы работаете один, то ваш iPoint баланс увеличивается только за счет вашей репокупки. Когда вы работаете с командой, ваш iPoint баланс начинает увеличиваться очень быстро, потому что туда вливаются проценты с репокупок ваших партнеров. И, естественно, это постоянный источник, который никогда не может закончиться. Я в 2010 году купила в январе месяце 5000-ный пакет, и до сих пор у меня есть iPoint, и они составляют более 60 тысяч, на которые я получаю от оборота компании ежедневно определенную сумму денег. А сейчас мы с вами переходим ко второму маркетинг-плану, план командных вознаграждений. Почему же в нашей команде выгодно строить команду? Не только по той причине, что это увеличит ваш первый заработок по первому виду маркетинга. Сам по себе план командных вознаграждений позволяет иметь 8 различных источников заработка. Давайте разберем, какие. Первый вид – это базовые бонусы. И вы можете их получать в зависимости от своего статуса. Если вы вошли на пакет $500 или $1000, вы являетесь консультантом еще. И здесь вы можете зарабатывать только 5% с первого уровня и по 2% до четвертого уровня включительно. Но если вы зашли на пакет 2000, вы являетесь голдом. Или вы повысили статус от консультанта до голда. Или вы зашли на пакет 5000, вы являетесь платиной. Вы зашли на пакет 10000, вы являетесь даймондом. То есть у нас можно сразу войти на какой-то статус. Здесь начинает голда, вы уже видите, что вы зарабатываете в 2 раза больше. С первого уровня вы зарабатываете не 5%, а 10%, в 2 раза больше. Со второго, третьего, четвертого по 3%, с пятого, шестого по 2%. У платины уже из 6 по 3% уровня, и только с 6 2%. У диаманта уже начиная со 2 по 6 включительно 3%. Поэтому я всегда говорю, что начинать в нашей компании лучше и выгоднее всего с бизнес-пакета 2000 или выше. Тогда вы сразу начинаете получать все и в больших размерах. Но самый заработок в нашей компании начинается, когда вы достигнете статуса голубого диаманта, Blue Diamond. Для того, чтобы достичь этот статус, у вас должно быть в первой линии 3 партнера. Из них 2 должны иметь статус диаманта, и 1 должен иметь статус платины. Вы тогда станете голубым диамантом. Что вы будете зарабатывать? Вы будете зарабатывать также 10% с первой линии, по 3% со второй по шестой уровень, и плюс 1% президентского бонуса со второго по шестой уровень дополнительно. Это означает, что со всех ваших партнеров, с их ежедневной покупки и с их продаж вы будете зарабатывать 2 раза. С каждого действия вашего партнера вы будете получать, начиная со второго уровня, по 2 начисления. Одно начисление как базовый бонус, второе начисление как президентский бонус. Если же вы уже являетесь на статусе платина, а вы, как я уже знаете, сказала, вы можете купить этот статус, войти на пакет 5000, или же вы вошли на пакет Gold, или поднялись до статуса Gold, и у вас есть, как у Голда, 3 партнера, 2 из них находятся на статусе Голд, и 1, предположим, консультант, или 3 Голда, вы являетесь платиной. И платина уже имеет право на получение лидерских бонусов, 1% 7 уровня. Диамант – на получение 1% лидерского бонуса с 7 и 8 уровня. А голубой диамант получает лидерский бонус в размере 1% до 10 уровня включительно. Дополнительно, вы помните, голубой диамант получал президентский бонус со 2 по 6 уровень. А с 7 уровня, на 7 он президентский бонус получить не может, но зато у него подключается бонус бесконечности, Infinity бонус. И он также в размере 1% идет глубоко вниз, пока
у него не появится седьмой голубой диамант. Когда появится внизу седьмой голубой, генерация седьмого голубого диаманта, то тогда шести генераций голубых диамантов этот Infinity бонус будет начисляться, а седьмого уже не будет. Но если уже у этого партнера есть шесть генераций голубых диамантов, то я думаю, он уже давно не является на статусе голубого диаманта, у него уже, скорее всего, статус черного диаманта, Black Diamond. И давайте посмотрим, что же может зарабатывать Black Diamond. Это самая высокая карьерная ступенька в нашем бизнесе. И здесь вы, как Black Diamond, можете зарабатывать абсолютно все то, что зарабатывал голубой диамант. А я повторю, это базовые бонусы, это лидерские бонусы, это президентский бонус, это бонус бесконечности. И дополнительно, как черный диамант, вы будете зарабатывать 1% со всей вашей команды, то есть с каждого партнера, независимо на каком уровне он находится в вашей команде, каждый день по 1%. Если же вы поднялись на статус черного диаманта степень 1, 2 или 3, это тоже у нас есть, то вы сможете дополнительно к этому проценту, который вы получаете от оборота всей команды, дополнительно получать 1% от той структуры, от той команды, где закрылся ваш первый черный диамант, потом от той команды, где закрылся второй черный диамант и так далее. То есть с трех генераций черных диамантов дополнительно вы можете получать еще к этому бонусу 1%. Такие возможности предоставляет наша компания. Дополнительно, когда вы делаете личные приглашения и приглашаете к себе в первый уровень, а всех партнеров вы будете подписывать только в свой первый уровень, солнышком. У нас линейный маркетинг здесь в командном вознаграждении. То вы сможете получать бонус быстрого старта в размере 10%, если вы консультант, и в размере 15%, если вы имеете статус Gold или выше. И этот бонус быстрого старта будет вам выплачиваться до 10 уровня включительно. Хотя партнеров, начиная со 2 уровня по 10, вы не будете приглашать. Их будут приглашать ваши партнеры. Но вам компания, согласно многоуровневого вот командного вознаграждения, будет эти проценты все равно выплачивать. Давайте посмотрим, что можете получать лично вы, когда вы приглашаете в свой первый уровень. А вот так вот идет распределение. Если вы пригласили, например, на пакет 2000, то как консультант вы получаете $200 бонус быстрого старта, как какой-то другой статус, более высокий, начиная от голда и выше, вы получите $300. Если вы пригласили человека, он купил бизнес-пакет $10,000, то вы получаете как консультант $1000, а как более высокий статус – $1500. Так работает этот бонус быстрого вознаграждения. Давайте еще раз подведем итоги командным возможностям заработка. Это комиссии с продаж, уровневые бонусы, лидерские бонусы, президентский бонус, бонус бесконечности, роялти бонус и бонус за рекомендацию. Восьмой бонус, бонус лояльности. Я вам о нем еще не рассказывала. Что это за бонус? Вот вспомните первый маркетинг-план. Ваше долевое участие ежедневно от оборота компании на ваш баланс айпоинта. Так вот, как только вы по первому виду маркетинг-плана заработаете от компании, получите $1500, и каждый раз, как вы только будете получать очередные $1500, то компания вам будет начислять, вы будете получать на свой баланс айпоинтов 1000 айпоинтов, что для вас будет означать $1000. Каждый айпоинт стоит $1. Вот такой бонус верности ввела наша компания в сентябре 2012 года. И он существует. Этот бонус лояльности многие получают уже каждый месяц, некоторые получают каждую неделю. Есть у нас партнеры, которые получают этот бонус каждый день. То есть это зависит от того, сколько вы уже зарабатываете, сколько у вас, какая у вас команда и какой у вас общий ежедневный заработок. Да? Итак, следующий бонус, который вы можете заработать на старте. Этот бонус можно заработать только на старте.
И когда вы начинаете работать, если вы в течение первых 60 календарных дней пригласите партнеров и сделаете оборот на 10 тысяч долларов, то компания вам выплачивает 400 долларов, который называется лэптоп-бонус. Вы просто его получаете на ваш счет. Следующий план, который мы рассмотрим, это план розничных продаж. Здесь уже в этом месяце, как только компания ведет U-чат, сразу на вашем персонализированном веб-сайте появится отдел для продаж. И вы сможете просто давать вашу ссылочку, и люди, которым нужны эти услуги или продукты, они с вашего сайта будут покупать у самой компании эти услуги, и коммуницировать по этим продуктам будет самой компании с поддержкой, да, этих продуктов и услуг. Вы же будете получать до 25% за эти продажи и до 5%, если эти продажи сделаны вашими партнерами. Вначале вы, если у вас оборот собственных продаж небольшой, например, он от 0 до 999, то вы получаете 10%. Как только вы увеличиваете свой объем продаж с 1000 до 4999, этот процент увеличивается на 5%. И так далее. Можно дойти до 25%. Если, например, вы в 2014 году выполните определенный объем продаж, то он с вами, у вас сохранится и перейдет на 2014 год. Следующий маркетинг-план – это разделение годовой прибыли. Это четвертый маркетинг-план. И по этому маркетинг-плану могут получать прибыль только те партнеры, которые вошли в клуб учредителей. Для того, чтобы войти в клуб учредителей, имеются специальные требования. Сейчас идет вторая фаза квалификации в клуб учредителей. И в клуб учредителей могут квалифицироваться все новые партнеры, которые вошли в компанию с 1 января 2014 года, и они должны до конца июня месяца выполнить оборот в 10 тысяч долларов со своей первой линии. Из них 5 тысяч могут быть собственные. Например, вы зашли на пакет 5 тысяч, значит, и вы пригласили еще одного человека или пару человек, общий объем составил 5 тысяч, 5 плюс 5 – 10 тысяч. Вы квалифицировались в клуб учредителей. Или же вы вошли на пакет 2 тысячи, значит, с первой линии вы должны тогда сделать 8 тысяч оборота. И нет, извините, тут вас, я, нет, вас наоборот, с первой линии обязательно должно быть минимум 5 тысяч. Ну да, вы можете 8 тысяч сделать, правильно, все правильно. И вы тоже квалифицировались на клуб учредителей. Самое главное, что минимум 5 тысяч с первой линии. Можно больше. Остальное можете сами. Вот если вот такое вы выполните во второй фазе, то вы уже входите в клуб учредителей. И затем это для вас означает, что по итогам года от общей прибыли компании, компания выделит 15%, которые распределятся на тех партнеров, которые вошли в клуб учредителей. На это количество денег разделится, и вы его получите, вы эти деньги получите на специальный трастовый аккаунт. И деньги будут храниться на трастовом аккаунте до тех пор, пока наша компания не акционируется. Когда она акционируется, то мы сможем купить на эти деньги акции компании со скидкой по льготной цене. Если же наша компания не акционируется до 2018 года, то деньги зайдут на наш счет, и мы их выведем. В 2014 году, вы помните, компания собирается сделать 1 миллиард, и из них 15% пойдут на распределение годовой прибыли на участников клуба учредителей. Вы видите, что наша компания позволяет действительно зарабатывать большие деньги. Но в то же самое время компания делает дискламацию о доходах, которую вы читаете, когда регистрируетесь в компанию. Компания пишет, что она не гарантирует вам заработок дохода, не предоставляет и не подразумевает никаких гарантий дохода. Что все зависит только лично от вас, от ваших собственных усилий продаж и от продаж вашей команды. Это действительно так. Наша компания предоставляет разные возможности, большие возможности, но это не говорит, что мы сюда пришли, купили пакет, только смотрим рекламу, больше ничего не делаем и сможем зарабатывать миллион. Нет, если мы купили только пакет и смотрим рекламу, мы сможем иметь
только лишь определенный заработок. Его можно просчитать с самого начала. А вот если вы работаете, строите команду, то здесь заработки не ограничены. Чем больше у вас команда, тем выше у вас заработок. Немаловажный вопрос вывода денег. В нашей компании деньги выводили все и всегда. Проблем с выводом денег не было никогда. И вы можете использовать свою собственную банковскую систему, которую вы получите от компании, международную платежную систему e-wallet и предоплаченные кредитные карточки. Вы сможете выводить деньги на ваши кредитные карточки сторонних банков или на кредитные карточки вообще сторонних людей, на ваши банковские счета, на сторонние банковские счета, выписывать чеки, делать банковские переводы только на себя и использовать платежную систему Kiwi. Все это вы можете. Давайте теперь посмотрим, почему же все-таки Access? Почему все-таки нужно делать Access? Я всегда говорю, начинайте делать Access. Да потому что вы работаете в интернете, мы работаем в интернете. Мы видим, каждый день закрываются десятки, сотни компаний. Компания существует полгода, два года, три года. Большинство компаний хорошо существует только один год. Затем они вводят новый маркетинг-план, по которому нельзя заработать или вообще закрывается. И это уже стало нормальным явлением. Поэтому вы можете работать в таких компаниях, вам никто не запрещает и не может запретить. Но я всегда рекомендую иметь одну хотя бы надежную компанию, такую как Access Marketing. Вы знаете, это непотопляемый ледокол. Вот он 12 лет на рынке, 5 лет в интернете. И кроме того времени, 5 месяцев, когда компания была закрыта, компания Access Marketing каждый день начисляет деньги, которые мы заработали. Мы каждый день выводим деньги, если у нас есть уже $50 или выше. И мы ровно в положенные сроки эти деньги получаем. Поэтому это одна из важных причин. Но давайте подведем итоги всему тому, о чем я рассказала. У нас 100% цифровой продукт. Вам не нужно будет доставлять продукцию, и спрос на эту продукцию, на рекламу будет постоянно. Это будет расходуемый продукт, и спрос на него будет только увеличиваться. Значит, это очень уникальный продукт для продажи его по команде, своей команде. А мы каждый день делаем покупки согласно плану репокупки. И для продажи сторонним пользователям интернета. А продукты в нашей компании будут востребованы. Наша компания легальная компания, прошла проверку, 12 лет на рынке. У нее самый быстро растущий рынок. И имея собственную поисковую систему, естественно, она будет только наращивать обороты, увеличивать обороты. Если система поисковая начала приносить доход, она никак не может уменьшить этот доход, она будет только увеличивать. И смотрите, если вы понаблюдаете за статистикой тех поисковых систем, которые есть, то вы увидите, что не у всех этих поисковых систем на сегодняшний день увеличиваются обороты. Яха, например, бьется второй год, а обороты увеличить не может. Что она только не делает, извините, не Яха, Яндекс, что она только не делает, второй год обороты стоят на месте. А почему? Да потому что приходят новые поисковые системы, такие как Access, которые предлагают что-то новое, что-то отличное и предлагают по другим ценам. И зачем я пойду в Яндекс, Яха, Google, если я могу бесплатно делать рекламу Access Marketing, при этом зарабатывать деньги? Естественно, я не пойду никуда, я буду здесь. Компания делится ежедневно своей мировой прибылью, то есть процентом от мировой прибыли. Вы можете участвовать в годовой прибыли от компании, вы можете иметь акции, то есть стать совладельцем нашей компании. И самое главное, вы можете этот бизнес передавать по наследству. Но еще самое важное, что для меня, например, может быть, для вас это не самое важное, для меня это самое важное, что мой труд, мои деньги, которые я когда-то вложила 4 года тому назад, время, которое я жизненное пространство, да, оно всегда приносит мне какой-то доход. Больше или меньше, оно зависит от того, как я поработала за эти 4 года. Больше ничто не играет роли. Поэтому я всегда знаю, что в любое время в этой компании у меня есть деньги, которые обеспечат мне пропитание, моим детям, моим близким, и позволят мне и оплачивать мое жилье, и позволят мне еще что-то другое себе позволить. Поэтому я приглашаю вас всех в нашу компанию, если вы еще не являетесь ее партнерами.
И хочу сказать, что формула успеха очень проста. Вам нужно зарегистрироваться, оплатить консультантский кит за $59.95, купить один из стартовых пакетов, лучше 2000 или более. Если не можете, значит, берете меньше и потом докупаете со временем. И ежедневно выполнять условия компании серфинг, минимум до 4 сайта. И давать информацию дальше. Для чего? Для того, чтобы построить команду. И когда вы построите команду, у вас всегда будет пассивный доход. Первый – это ваше долевое участие, первый маркетинг-план. Второе – это ваша команда, командное вознаграждение. Третье – у вас, если вы будете участвовать в продажах, то и здесь будет остаточный доход. Но я не гарантирую, что он будет постоянный, потому что здесь клиенты могут быть временные, могут быть постоянные. А вот четвертый маркетинг-план – участие в годовой прибыли – это тоже постоянный пассивный источник дохода. Но это источник дохода в будущем, мы сейчас его только подготавливаем. Поэтому в нашей компании вы будете иметь, как я сказала на самом первом слайде, активные деньги сегодня, пассивный остаточный доход завтра и всегда, и оставите наследство своим детям. Я вас всех благодарю за то, что вы были на моей презентации, нас 41 человек. Я снова сейчас включу чат, я его отключала, меня попросили отключить чат. Сейчас, минуточку, я вам дам этот чат. Так, что-то не получается мне его дать. Вот, и лидеров я приглашаю на встречу с руководством. Сегодня среда, сейчас ровно через 1 минуту состоится встреча с руководством. Всех благодарю, до свидания. Если у вас остались невыясненные вопросы, которые я вам не осветила, или вы что-то не поняли в моем разъяснении, то, пожалуйста, обратитесь к тем партнерам, которые вас пригласили на эту презентацию.